Сарафанное радио. Ну да? Так а что оно говорит о сарафанное радио? Можете рассказать? Хотя бы вкратце. Платежная система закрывается. Не было никаких СМС, ничего, ничего такого не было. Ничего абсолютно. Мне родители позвонили, я за них в очереди. А что, что сказали родители? Родители сказали, что Сбербанк закрывается. А? То есть так и сказали, Сбербанк закрывается, скорее снимай деньги. Да, так и сказали. Ну, нас предупредили, так, частные лица. В смысле, о чем предупредили? Что визовские карты блокируются. Угу. То есть вы все-таки пришли сегодня в экстренном режиме, да, снимать, да, деньги? Да, да, да. Мне друзья сказали, я пошла. И судя по очереди, я думаю, всем сказали, друзья, друзей и так далее. Мне сейчас позвонила подруга с Москвы, которая поехала в командировку, которая не может снять денежные средства именно в банкоматах Сбербанка. Говорят, очереди там вообще обалденные, то есть все стоят, никто ничего не знает. По поводу ничего не знаю, просто позвонила, сказала, беги. А ты в соседнем доме живешь? Мимо ехал, хотел положить. Угу. А оказалось, надо снимать. А кто вам такой сказал, что нужно снимать? Информация пошла. Это вот по толпе пошла? Ну, по городу, везде толпы. Это нереально, это вообще какое-то. Просто людей в заблуждение вводят. Считайте, что это все фейк, да, какой-то? Конечно.